Уникальное предложение. Распродажа техники канала. Зеркальный фотоаппарат Nikon D3200 и полупрофессиональная видеокамера Canon Legre HFG30, на которой был снят этот выпуск. Товар в единственном экземпляре. Звоните по телефону, пишите на почту или в комментариях. Удачных покупок и приятного просмотра. И вот куда я попал, выйдя с вокзала. Все поезда прибывают на Южный вокзал, а Северный он так мало используется. Вот, собственно, я в Калининграде. Сам я не местный, куда идти не знаю, но у меня есть и знающая карта. С ней, пожалуй, разберусь. Но сейчас главное заселиться, а там уж видно будет. Вокзал мне очень понравился. Вокзал красивый очень здесь. Необычный. Есть всякая информация для туристов. В общем, не заблудишься даже без карты. Памятник Калинину, в честь которого и назван город. Раньше город назывался Кёнигсберг, как вы уже могли понять. Макдак есть, но я в него не пойду, там завтраки невкусные. Я обычно там только днем ем. Короче, главные достопримечательности при вокзальной площади — это памятник Калинину и Макдак. И еще какой-то торговый центр. Мне все было интересно приехать в этот маленький кусочек России в центре Европы, который зажат где-то между Литвой и Польшей. Он существует. Сейчас нахожусь как бы за границей относительно большой части России, но в то же время нахожусь в России. Очень интересное такое чувство. Ну а сейчас поеду в свой отель заселяться. Там 700 рублей за ночь, на местный номер я забронировал. Патриот называется. Сейчас поеду до него. Здесь улица вымощена такой вот брусчаткой. Не знаю, от немцев досталось или наши постарались. Доехал. Проезд стоит 20 рублей всего. Удобно, когда проезд кругленькую сумму стоит там 20 рублей или 10 или 30. А то у нас в Сочи сначала 19 стоил, потом до 22 подняли. Ты себе тут пиццу взял? Ты что, голодным заселяться не очень хорошо? Сейчас покушаю, можно будет заселяться, там все смотреть, планировать. Я средненькую заказал, вообще обожрался. Средненькую пиццу и кофе латте 640 рублей все вместе. Додо — это нашего тамаду в Турции так звали. Тут додо пицца называется. Так наелся, что там встать даже не сразу смог. Сидел, ждал, пока все уляжется. Сразу видно, моя гостиница «Патриот» в жилом доме находится. Я в такой же, в Тагиле жил. Я заселился, 3500 на 5 дней, то есть 700 рублей за сутки. Такой вот одноместный номер, довольно-таки уютный. Телевизор, как у мистера Бина. Вид с окна нормальный, такой пятый этаж. Тут шкафчик есть, зеркало, тумбочка. Этот блок получается, вот тут два номера. Один мой и еще один. И вот на эти два номера получается вот общая ванная есть. Не горит свет. Ну и ладно. И общий унитаз. Я думал, общий туалет, душ, значит, на этаже, а он общий всего на две комнаты. От номера, от этого вот два ключа. Один от блока, второй от комнаты. Нормально, тут пластиковый стеклый подряд. Вид с окна на Калининград. На какие-то дворы. Дается еще вот мыло, шампунь, полотенце два. Постель уже застелена, розеточка есть. Светильник такой в советском стиле. В общем, все есть. Самое главное, надо проверить, есть ли здесь Wi-Fi. Короче, номер мне нравится. Wi-Fi тут не ловит, но нет худа без добра. Я на мобильный счет с карточки докинул 150 рублей. И теперь у меня есть интернет по всей там Калининградской области, там куда бы я ни поехал, да и вообще по всей России. И звонки халявные. Просто продлил тот тариф, которым пользовался на теплоходе, и все. Короче, этот номер в Калининграде самый дешевый из одноместных и самый одноместный из дешевых. Ну, кроватка мягкая, как после плацкарта. Сейчас посплю, отдохну, план мероприятий себе составлю на все эти дни. Сегодня такой разгрузочный день отдыха, потому что я в плацкарте ехать устал, умаялся. Сейчас отдохну, а с завтрашнего дня уже начнем обзор по полной. Приветствую, дорогие зрители. 20 сегодня октября, я в Калининграде. Сейчас пойду город осматривать. Сначала нужно доехать до центра, но это недалеко. А там уж сориентируюсь, там заранее маршрут себе накидал. Водить меня по городу, как всегда, никто не будет. Но есть знающие люди, которые мне подсказывают дистанционно. Есть люди, которые вызывались меня, ну, как бы сопровождать, но как-то не вызвались.
как-то передумали, и что-то с ними, короче, связи нет, непонятно. Поэтому буду рассматривать, как всегда, один. Приехал я к центру поближе. Это здание драмтеатра. Тут же рядышком памятник Петру Первому, как основателю флота российского. Вот отсюда-то как раз я и начну свою ознакомительную прогулочку по Калининграду. Идем к главной площади, площади Победы. Там я как раз и покушаю. Как свинья везде грязь найдет, так и я везде или макдак найду, или пельменную. Вот сейчас я нашел пельменную, буду дегустировать, какие здесь пельмени лепят. Лучше, чем на Урале или в Приновье. Вообще в центре, как я смотрел, ничего немецкого-то не осталось. Всякие такие старенькие немецкие дома можно встретить на окраинах, а в центре везде советская застройка. Тоже центр весь разбомбили во времена войны. Скульптура «Борющиеся зубры» здесь же находится. Достопримечательность одна из основных. Ленинградский трамвай. В городе остался всего один маршрут, номер 5. На нем я еще покатаюсь сегодня. Трамваи старенькие ходят, да и сами пути не новые. И маршруты еще от немцев остались. Поэтому их так благополучно один за другим поубирали. Остался последний трамвай. 5-й маршрут остался в живых. Площадь Победы. Здесь находится кафедральный собор Христа Спасителя. Стелла в честь Великой Победы. И здание администрации. Или городской, или областной, или все вместе. Часы на доме прикольные. Сейчас зачекинюсь в самом центре Калининграда. Ночью подсвечивается, вот фонарики есть, лавочки, все благоустроенное. Настолько благоустроено, что камеру некуда поставить, чтобы зафоткаться. Сюда, что ли? Умер ТВ, смотри и путешествуй в Калининграде. А на этой башенке такие же прикольные часы, как на том доме. Это административный центр, а есть еще уголовный. Шучу, исторический центр города. Куда мы сейчас и пойдем. Самая главная достопримечательность здесь – это кафедральный собор, который нам еще предстоит посмотреть, и там же рядом находится могила Иммануила Канта. И находится он на острове Канта, но мы туда еще не дошли. А здесь такой центр, как и в большинстве городов, представлен администрацией и площадью перед этой самой администрацией. А вон там пельменная. Пельмеши заточу сейчас от души. Брусчаточку такую сделали. Когда машина проезжает, прикольно тарахтит. Золотые купола душу мою радуют. Идем дальше. Пельмени, блинов тут взял. Позавтракал. Место нормальное, могу тут и харчеваться. Мне понравилось то, что стоит вот этот казан с пельменной водой. Там пельмени плавают, короче. И можно самому набирать сколько хочешь. Потом на кассе взвешиваешь, уже платишь там по количеству. Блины так себе какие-то магазинские, как блинчики Морозко. Полуфабрикат такой. А пельмешки такие, ну, какие-то солененькие, но, в общем-то, нормальные, средненькие, так пойдет. А тем временем выглянуло солнышко, и жить стало веселее. Там еще раз сниму площадь в солнечном свете. А то снял прям как в пасмурный день. А день-то может еще будет и не такой пасмурный, может еще наладится погодка. Хотя, как я смотрел прогноз погоды, сегодня вообще самая лучшая погода за все дни. Потом вообще дожди будут. Октябрь месяц как-никак. Очень-таки выгодный курс. Можно бесплатно затариться еврами и долларами. Монумент «Мать Россия», напротив которого поставили такую же фигню, какую у нас поставили в Сочи около морвокзала. Типа к чемпионату мира по футболу 2018 года такие ставят, он же вроде как здесь тоже будет. Не только у нас в Сочи все проводится. Эта «Мать Россия» мне напоминает чем-то «Мать Волгу».
чем-то похожи эти скульптуры. Из чего можно сделать вывод, что все матери похожи? Что матушка Волга, что матушка Россия, что матушка Родина. Хотя Родина-мать немного по-другому выглядит, а с мечом покруче. Все, дальше я по Ленинскому проспекту не пойду. Переходя дорогу, обратил внимание, что трамвайная колея такая узкая, узкоколейный трамвай. Ширина колеи здесь ровно 1 метр, а обычный трамвай у нас вот где-то, например, в Москве ходит. Там 1524 миллиметра, а тут 1000 миллиметров. Обычная трамвайная колея, считайте, в полтора раза шире, чем это. Так оно и понятно, потому что тут трамвайные линии тут еще немцы строили. У них ширина была ровно метр, а у нас в полтора раза больше, у нас покруче трамваи. Свернул я с проспекта Ленина на улицу Черняховского до центрального городского рынка, до Чапл. Самое базарное место. Но на рынок я не пойду, после Узбекистана в России по рынкам ходить уже неинтересно. Такая пешеходная аллея, но показать я вам хотел не ее, а что я вам хотел показать, сейчас вы увидите. Калининградские почтальоны настолько суровы, что могут закинуть почту на высоту третьего этажа. Как будто со всех подъездов в округе почтовые ящики насобирали и сюда повесили. Когда жители этого дома e-mail заводят, приколачивают ящик прямо на стену на эту. Видимо, так. Переход улицы Черняховского разрешен. Улица Пролетарская. Здесь вообще немереное количество ларьков с камуфляжной одеждой всякой. И все для рыбалки. Башня Врангель называется. Вон там всю стену разрисовали. Настоящая золотая осень на дворе. Этот пруд называется Верхний. И из него куда-то уходит вода, видимо, в Нижний. Даже дорожки разделены. Вот это для людей, это для велосипедов. Но что-то на велосипедах никто не катается. А вот такого я еще нигде не видел, чтобы такой островок делали. Прям как будто какая-то вертолетная площадочка, как в GTA 4. Если вы в это игрались, должны понять, на что это похоже. Сейчас встану на желтую точечку и почувствую себя царем. Вообще город, я вам скажу, красивый, интересный, приятно по нему гулять. У каждого города есть такое сокращенное название, например, Москва, МСК, Петербург, Питер, СПБ, Екатеринбург, Йобург, а Калининград называют Кёниг, типа Кёнигсберг сокращенно. А то Калининград сокращенно Кал как-то не звучит, а вот Кёниг это нормально. Ладно, идем дальше. Что мы дальше увидим, я уже не помню, но что-то увидим. Вот там находится еще колесо оборзения. Я на нем кататься не хочу, я лучше на Дом Советов попробую залезть, если охрана пустит. Смотрел, там за 200 рублей пускают, можно на крышу залезть. Заброшка местная, в Москве есть там ХЗБ, а здесь Дом Советов, самая главная заброшка города. Из крыши оттуда вид неплохой. Все дорожки выложены как-то извилисто.
Но наши люди не любят ходить извилистыми путями, поэтому везде, где ближе, напрямик вытоптано. А мне так парки надо разбивать так. Просто сделали зеленое поле, где дорожки вытоптаны, там их и вымостить плиткой. А вот так всякие извилистые штуки делать, это наши люди не поймут и все равно вытопчут прямую дорожку. Участок оборонительной стены. А еще и форты были на подъездах к городу, как в Гродно. И в центре города еще был замок. Так что Кёнигсберг — это был такой город-крепость. Что за моей спиной башня Дона. Но не Дона реки и не Дона Корлеоне, а просто Дона. Именно на этой башне было поднято советское красное знамя в апреле 45-го, что отзнаменовало начало советской истории города и конец немецкой. Ну а сейчас в этом здании находится музей янтаря. Вот оно, как тут примерно все выглядело. Ворота Дердона называются. Сейчас в этих воротах какая-то кафешка работает. Бородские ворота уже закрыты навсегда. Вообще здесь ворот таких городских много, и все они разные. Тут на них даже подняться можно, видать. А нет, не можно. Резиденция королей написана. Какие-то хаты в немецком стиле. Что-то мне подсказывает, что у королей покруче было. А это бастион Обертайх, внешний вид которого испортили пластиковыми окнами. Вы думаете, это что-то историческое, а это, оказывается, заправка обычная. Но вообще-то такой земляной вал. Вот видите, как мощно было. И замок был в центре города, и крепостные стены, и земляные валы, и оборонительные форты. Ничего это немцам не помогло, потому что когда это строили, тогда еще было другое оружие, другое время. А это оборонительная казарма Кронпринц и бастион Грольман. Место такое довольно-таки атмосферненькое. Между бастионом и казармами. Земляной вал какой. Я иду мимо него и думаю, насыпь железнодорожная. Ну, думается так мне. Я знаю, что это земляной вал, но кажется, что железнодорожная насыпь — такая ассоциация. А кроме всяких земляных валов, есть еще защитные заграждения из крапивы. Очень опасные. А это королевские ворота, уже по-другому выглядят. Как я и говорил, все ворота разные. И находится в королевских воротах королевская аптека. В одних воротах кафе открыли, в других аптеку. Везде какую-нибудь современную хрень открывают. Тут, видать, попозже такую вот надстроечку налепили. Типа немецкий стайл. Дома явно немецкие. Только какие-то они покоцанные все. Закхаймские ворота называются. В них вроде бы пока ничего не открыли. И пошел я дальше по Московскому проспекту. Вот сейчас на Украине активно проводят декоммунизацию. А здесь в свое время в Кёнигсберге провели коммунизацию. Собственно, из-за этого он и стал Калининградом. Оригинальные немецкие названия заменили на самые такие типичные советские. Поэтому Калининградская область и сам Калининград — это прям сборище самых таких типичных советских названий. Немецкие названия такие ядреные были, что не каждый бы смог назвать свой адрес, если бы их оставили. Тут я читал, такие названия были, что их хрен выговоришь и хрен запомнишь. Идешь по городу и смотришь, совок везде, совок, а потом раз среди совка какое-нибудь немецкое здание появляется, а потом дальше идешь, опять совок.
Искать немецкие здания в Калининграде — это как искать ягодки среди листвы. Такое же ощущение. Вообще мне совок нравится, все такое свое, родное. Но когда приезжаешь в Калининград, хочется и видеть что-то немецкое тоже. Вот отсюда стали видны уже и Дом Совета, и кафедральный собор. Дом Советов окружен забором, но есть залаз. Такой вот. Но я лучше с охранником договорюсь. Платишь охраннику 200 рублей и становишься VIP-персоной, он тебе еще расскажет, как туда подняться и что там посмотреть. Но отпускает не всегда, там бывают какие-то мероприятия, проходят там ко дню города, еще там всякие, там фильмы бывают, снимают. Так что бывает пускают, бывает не пускают. Я не знаю, как повезет, сейчас я подойду, узнаю. Если там пустят, то пустят, если не пустят, и сверху не посмотрим. Потому что в эту дыру я не хочу лезть. К тому же, если залезешь там бесплатно, то могут еще и собаки напасть. В народе его так прозвали еще головой робота. Ну понятно почему, очень похоже на голову робота. Глаза, вон рот, все видно. Вот кто-то даже досочку заботливо подставил. Вообще на ютубе видал, как люди вон туда залазили. Как раз один из залазов бесплатных. Тут и досочка поставлена, и заборчик отогнут заботливо. Но я видео на ютубе видел, как здесь залазят. Там как-то мусорно, хреновато. Я лучше с красного входа зайду. Ну, с красного, типа, с главного, как царь. Потом пойду в тот кафедральный собор. Главная достопримечательность здесь. На этом месте сначала был замок, с которого, собственно, и начался Кёнигсберг. А потом замок снесли, поскольку это логово немцев, которые потом породили фашистов, которые потом напали на Советский Союз. Поэтому решено было снести нахрен руины замка и построить на его месте вот это. Символ коммунизма. Вот эта стройка, естественно, во времена перестройки заморозилась, как и все в нашей стране во время перестройки. Ну и вот так оно и стоит с тех пор. Гостиница «Калининград». Я ее проезжал, когда ехал от вокзала. Что-то везде забор, хрен знает даже с какой стороны подступиться к этому. Охранник сказал, после 6 можно будет подходить, сейчас пока нельзя, сейчас, говорит, начальство следит. Можно подняться, он сказал, там нормально, не заварено. Правда, 6 часов это уже темно будет. Ну да ничего, посмотрим ночной Калининград сверху. Все равно красиво, я думаю, будет, все подсвечивается. Фонарик у меня в телефоне есть, так что проход наверх отыщу как-нибудь. Сейчас сниму вам с моста, как я люблю. О, катерки вроде как ходят. Прокачу сейчас, значит. Здесь что-то строят в немецком стиле. Красивые осенние деревья. Люблю вот я иногда осенние виды. Не люблю, когда дожди постоянно, но вот такие вот золотые осенние виды я люблю. Так что в осени тоже что-то прикольное есть. Вот он, собственно, остров Эммануила Канта. И самая известная достопримечательность Калининграда – кафедральный собор. На самом-то деле собор этот во времена войны не сохранился. Его британская авиация разбомбила. Потом его только восстановили. Но и восстановили его тоже не сразу, а спустя продолжительное время. И только из уважения к Канту. А у подножья собора, как и везде, сувенирный базар. Куча всяких магнитиков. Всего такого.
Собор такой большой, что в телевизор не помещается. А внутри сейчас находится музей Иммануила Канта. Сейчас на водную экскурсию поеду. 45 минут 400 рублей стоит. Вообще как-то до хрена. Я думаю, оно того стоит. Я сейчас как раз хотел ходить узнавать, где это находится. А там девушка ходит, зазывает как раз на эти прогулки. Сейчас отправимся на речную прогулку. На своей работе я еще не накатался на теплоходе и еще поехал. Довольно быстро защита стен замка выросла три небольшие тут начало самостоятельно средний город немецкий город. Слева от нас, там где гуляет вроде бы город Альштадт, справа то, что сейчас называется островом Канта, город Крайпов, прямо по курсу за историческим древним мостом на том же берегу, что Альштадт, город Люк. Правым бортом мы проходим колоннаду гробницы самого известного ученого нашего города, философа Иммануила Канта, который одно время жил на Крайпове, и здесь же прошла вся его преподавательская деятельность, тем более, что университетские корпуса в то время стояли на этой же ноге. Обратить внимание на опоры, на них закреплены детали уже не работающего разводного механизма. Медовый мост, как и все остальные мосты Кенигсберга, был разводным. На протяжении столетий, вплоть до 19-го, количество мостов Кенигсберга оставалось неизменным в силе. С этим была связана популярная поздняя в Средневековье выплата посвящения завязка, по которой каждому путешественнику предлагалось пройти по всем семи мостам на пешеходе. Заходя по два раза. Еще в первой половине 18 века знаменитый математик Леонард Эллер доказал, что это невозможно в принципе, но попытки не прекращались еще и долго. По правому борту тянется один из бывших районов Кенигсберга, называвшийся Фарштадт. При повороте за высоким мостом у второй эстакады, построенной в начале нашего тысячелетия, вдалеке виднеются конструкции подъемные краны. Именно там сейчас заканчивается. Место выбрано для стадиона вызывало и вызывает немало вопросов, но, как уже говорилось, если сам он по большей части уже закончен, то запланирована довольно обширная инфраструктура, скорее всего, полностью завершена не будет. Об этом уже появились сообщения в прессе, что часть территории вокруг будет пока временно забетонирована. Этому строительству предшествовали масштабные и довольно результативные археологические раскопки. Прямо по курсу, наверное, самое интересное здание рыбной деревни – смотровая башня, стилизованная под маяк. Потом промежутки между балками заполнялись рядами кирпичей, после чего здание обычно штукатурилось. Способ возника за плохого качества Второй мировой войны. Основные разрушения города были нанесены налетами английской авиации, которая летом 44-го практически полностью уничтожила застройку исторического центра, особенно Альштадта, Кнайпхофа и Лебединка. Нам сейчас трудно в это поверить, но на бывшем Кнайпхофе, ныне острове Канта, кроме кафедрального собора, до 90-х годов простоявшего в руинах или штата отреставрированного, было 4 площади, 12 улиц, стояли банки, университетские здания, библиотека, работали магазины, телеграф, через остров ходил трамвай. Где указано местонахождение улицы, основных зданий, то бывшего самостоятельного города, от последствий одного из важнейших районов Кенигсберга. В стиле флорентийского неоренессанса. То есть в стиле нетипичном не только для нас, но и тогдашнего Кенигсберга тоже. Кроме прямого назначения, операция с ценными бумагами использовалась для проведения концертов и выставок. Снаружи имела открытую веранду. Уже в 20 веке с фасада была украшена скульптурами львов. Мы их увидим ближе к эстакаде, нужно будет повернуть голову налево. Первые послевоенные десятилетия чудом уцелевшая биржа доставала, и здесь снимали заключительные сцены замечательного советского фильма «Отец солдата». В 70-х была отремонтирована и передана потом культуру моряку. Сейчас здесь работает молодежный досуговый центр, а в ближайшее время планируется переезд на Ленинградский художественный галерею. Она еще дотворится покровителю моряков и путешественников, появившихся в 2010-х. Средний рыболовный траулинг 129 – одно из тех судов, на которых в 50-е годы калининградские рыбаки начинали освоение новых для себя районов промыслов в Северной Атлантике.
Таких было построено больше сотни, но они очень активно эксплуатировались и до наших дней дожил только один, на борту которого сейчас работает музейная экспозиция, посвященная истории рыбного промысла в регионе. Плавучий маяк Кыргызский – совершенно новый объект музея Мирового океана. Это действительно плавучий маяк, то есть судно, стоявшее в точке с определенными координатами. Район, который мы проходим правым бортом, при немцах назывался Ластадия или Лаак, и был полностью застроен портовыми складами, преимущественно как раз фарфоры коли. Некоторые из них поставили со времен Средневековья, но не пережили летние бомбардировки 1944 года английской авиации, имеющего филиал даже Санкт-Петербурге, легендарный ледокол «Красин». А начинался он в 1990 году с научно-исследовательского судна «Витязь». Справа по борту этот корабль был построен в конце 30-х годов в Германии. Первый железнодорожный мост Кёнигсберга, сооруженный в 1860 году, выходит на связь, в том числе и с Международной космической станцией, посредством огромных телеметрических антенн, расположенных на его верхней палубе. В советское время часть таких судов подчинялась Академии наук, как Купасая, часть входила в состав Рыбакского флота. Контроль и мониторинг захватывали всех трех бортов морского, торгового, рыбного и личного. И после небольшого разрыва впереди снова территория музея. Дизель-электрическая подводная лодка Б-413. Построена она в 1968 году. Большую часть службы провела в составе Северного флота, побывав при этом в дальних походах у берегов Кубы и Средиземного моря. Потом, по мере устаревания, была переведена на Балтику и в итоге отдана музею, став первой в России субмариной памятником, который не стоит на берегу, а находится на плаву. При постройке моста было предусмотрено, что в случае необходимости один из пролетов отодвигался на 90 градусов. Во время послевоенного ремонта конструкция сильно поврежденного моста была изменена, и сейчас, если нужно пропустить большое судно, пролет поднимается как на лифте на высоту более 20 метров. Происходит это редко, так как центр борта сместился, судоходство большими кораблями по приборе тоже практически исчезло, и возможности в основном пользуются все те же корабли экспонаты музея, когда их ведут на место новой стоянки или на ремонт. По правому борту мы видим большой автономный бразильный траулер «Осип Шмельке», построили в Польше в начале 80-х годов, который закрывает своим корпусом плавучую мастерскую, которую мы поэтому не видим, покрашенный плотик, принадлежащий плавмастерской, с четырех ярусов которого, собственно, этот борта этих судов окрашивается. Слово «траулер» в их названии указывает на способ лова и тип оборудования. Большой или средний говорит об измещении и диапазоне плавания, автономной возможности работать самостоятельно, морозильной о том, что такие суда могут не только вылавливать рыбу, но и замораживать камни. Впереди и справа небольшой причал, к которому примыкает комплекс маслопереводного завода. Это место, откуда к нам приходит пальмовое масло. Сюда швартуется танкер, то есть наливное судно, судно для перевозки жидкости. Как правило, один и тот же под флагом Нидерландов, Кюрасао, Стар. Последний раз был позавчера. Из его резервуаров, танков, по черным шлангам масло перекачивается в емкости на берегу, где проходит дополнительную очистку, сепарацию и продолжает свой путь потребителя. По центру Калининграда, по реке Приголя, ежедневно ходили баржи, наполненные древесиной, сырьем для целлюлозно-бумажных заводов. Потом заводы были закрыты, баржи ходить перестали. Может показаться, что Петров гораздо старее Штокман, но на самом деле сюда ровесники, постройка начала 80-х годов, просто одно из них недавно проходило окраску бортов у нас строят, другому это только представить. Если не считать многочисленных птиц, с косами обитаем, там только установлены навигационные знаки, но по его названию при немцах получил имя район, расположенный за ним и справа от него. Сейчас это район правой набережной. Еще ряд любопытных объектов мы рассмотрим на обратном пути. После разворота теперь уже справа, ближе к воде, территория контейнерного терминала, наследство советского времени, когда этот вид перевозок внедрялся по всему миру, произведя, как бы сейчас сказали, настоящую логистическую революцию. Поскольку весной 45-го во время штурма Кёнигсберга в элеватор не раз попадали снаряды и восстанавливался он уже советскими людьми, как и все в бывшем Кёнигсбергском парке, вольной гавани, на берегу которой стоит элеватор, обнаружили затопленный подземный холодильник, откачали его, осушили, привели в порядок, используя соды паны. Вольная гавань была названа, потому что в отличие от лесной индустриальной предназначалась для грузов свободной номенклатуры. В межвоенный период ее еще называли русской, так как большое количество пароходов приходило из Советского Союза, в основном из Ленинграда.
Сейчас в глубине Дава идет бывшее здание немецкой таможни. Еще одно научно-исследовательское судно, знаменитое Академия Всеслав Кирпич. Недавно вернувшийся из арктического рейса уходил в Восточно-Сибирское море, известен тем, что внес свой весомый вклад не только в историю мировой науки, но и в историю кинематографа. Дело в том, что одно из назначений Келдыша – это обеспечение базирования глубоководных спускаемых аппаратов МЕР. Сейчас их нет на его борту. Именно в таком качестве в 90-х годах он был нанят в съемочной группе всем известного фильма «Титаник», и все подводные съемки, которые вошли в эту киноленту, были сделаны с помощью Келдыша и его аппарата. Более того, одним из условий аренды явилось то, что мировая премьера этого блокбастера состоялась именно в Калининграде в 1997 году в кинотеатре «Заря». Презентовал сам режиссер Джеймс Кэмерон, но после чего фильм продолжил свое триумфальное шествие по миру. Поэтому по их инициативе, а счастье на их деньги, копалась на крепости Санкт-Петербурга. Ее начали строить в середине 17 века после 30-летней войны. 2,5 столетия совершенствовали и перестраивали. Но к началу 20-го выяснилось, что старые кирпичные форты уже не могут противостоять современным пушкам. Все сохранившиеся на наши дни городские ворота Кёнигсберга и даже ряд железнодорожных станций Подмосковья сейчас принадлежат музею Мирового океана. Там работает филиал, посвященный истории традиционного судостроения. В советское время долго использовалось как военное общежитие, потом было заброшено, пришло в полный упадок, но сейчас музей Мирового океана и музей якоря договорились о совместном использовании, и после реставрации будут там создавать процесс янтарного производства в былые времена. Левым бортом мы продолжаем идти вдоль бывшего района Ластадии, набережной Кубдыгат. Первые послевоенные десятилетия руки доходили в основном на восстановление части жилья. Кроме прямого назначения состязаний и тренировок, юность используется еще и как концертный зал. И из того, что стало историей, стоит вспомнить, что здесь дал свой последний крупный концерт незадолго до смерти Владимир Семенович Высоцкий. Кстати, Виктор Цой, которому в этом году исполнилось бы 55 лет, тоже однажды выступал здесь. Прямо по курсу гостиница «Ибис», построенная в начале нашего тысячелетия. Слева еще один гостиничный комплекс стадии достройки. Как и в случае с Рыбной деревней, строительству предшествовали археологические раскопки. Так как одно дело считать книгу, что берега Приголя вокруг нас были полностью застроены, и совсем иное дело своими глазами видеть, как на пустыре расчищаются фундаменты домов 19, 18, 17 столетия. Спасибо. Что значит фотографировать? А, здесь тоже можно. Стадион-то сам успевает. Экскурсия интересная. Повезли даже немного дальше, чем я предполагал. Я думал, тут так вокруг вот этого острова повозят и все. Тут даже дальше повезли. Только вот плохо погодка испортилась. На стекло набрызгало. Но благо, что у меня камера, когда приближает, то брызги-то и не видно. Поэтому, я думаю, вам было видно хорошо. Отправляются они, как я читал, летом каждый час, но сейчас он отправляется по мере набора группы. У нас вот набралось сейчас 6 человек, и он отправился. Меха всегда прибавляют лайков к видео. А я продолжаю свой пешеходный маршрут. Ну, сюда вход уже платный, проходят еще органные концерты здесь. Сейчас нужно зайти еще экскурсию купить на Курскую косу, чтоб я в понедельник уже после эфира сразу поехал туда. Как вы знаете, меня ж тут пригласили на телеэфир в качестве гостя утренней программы. Будут показывать там про меня, про мой канал. Типа известный путешественник в город приехал. Это я. А вот могила самого Иммануила Канта. Вот так тут красиво в центре Калининграда. Сейчас дальше пойдем. Там, думаю, будет не менее интересно.
Вот смотри, путешествую. Штатив-то я с собой не таскаю, поэтому вместо штатива у меня сейчас было вот это вот. Люблю помойки с плоской крышечкой, потому что на них можно ставить камеру. Советы от ЮрТВ. Мостик с замочками, естественно. Замочки всегда на такие мосты вешают. Вот этот самый суровый замок здесь. Сейчас пойду туда, в рыбную деревню. Там как раз находится экскурсионное бюро. Возьму себе на понедельник экскурсию до Курской косы. На лавочках написаны некоторые цитаты Иммануила Канта. А это все домики в немецком стиле, но не немецкие. Это все новострой. Вот эта набережная рыбной деревни напоминает то, как вот у нас в Сочи возле Розы Хутора сделали набережную реки Мзымта. Там тоже все сделали в таком европейском стиле. Можете позырить у меня же на канале, как я 3 года назад ездил в Германию, и сравнить, как там выглядят дома и как тут. Сейчас все это красиво выглядит в сочетании с кафедральным собором, если не брать в расчет вот эти вот многоэтажки. Дело здесь за 1200 на Курскую косу. Каждый день в 10 утра возят. Раз меня в понедельник там к 7.30 на телеэфир приглашали. Я думаю, там к 8.30, к 9 они закончат. И я сюда как раз подъеду. На этом мосту еще больше замков, чем на том. Если вот оттуда смотреть, получается, вся эта рыбная деревня на фоне кафедрального собора. А если отсюда смотреть, то уже на фоне Дома Советов. Весь основняк-то я посмотрел. Осталось еще прокатиться на трамвае, что я хотел. Посмотрим еще несколько ворот и бастионов. Дойдем до Южного вокзала, там можно покушать. Потом, я так полагаю, станет темно, и можно будет забраться на то самое здание Дома Советов. Самое интересное в конце. Не переключайтесь. Смотрите, иду по такой мощенной набережной. Может, даже еще со времен немцев осталось. Домик смотрители. Мы его видели только со стороны воды, а вот сейчас со стороны берега. Мимо стройки какой-то промзоны я дошел до Фридландских ворот. Или Фридландских, или Фридландских. Хрен этих немцев разберет. А внутри этих ворот ни магазин, ни аптека, и не кафе, а музей находится. Хоть где-то сделали как следует. А это проспект Калинина, по которому я сейчас дойду до Южного вокзала, на который я и приехал. И там зайду даже в Макдак, чтобы в себя кое-что закинуть.
из себя испустить лишнее. Но обычно заходят туда, чтобы испустить, но я захожу, чтобы что-нибудь закинуть. Здесь еще Южный парк есть, но у него я не пойду. Там вроде как ничего особенного нету. Вот это дома, походу, немецкие. Все-таки зашел в Южный парк. А в нем осень. Когда-то в этих местах звучало немецкое «я-я, натюрлих», а сейчас наше «да в натуре». Вот я пришел туда, куда меня вчера привез поезд из Сочи, к Южному вокзалу. Рубрика «Хочу пожрать и отдохнуть». Интересные узоры из кирпича сделали. Сейчас все по пути такие попадаются, строения с такими вот узорами. Бранденбургские ворота. Называются прям как в Берлине. И они работают прям как настоящие ворота. Через них машины ездят. Все остальные ранее увиденные мной ворота просто так стоят закрытые, а эти работают. Просили меня зрители на трамвай покататься. Сейчас я это и сделаю. Я уже снова в центр приехал. Время 5 вечера. Он 6 часов будет, вон туда и заберусь на крышу. Езжу на окраину, там что-нибудь посмотрю. Конечно, не совсем в жопу мира, но примерно так. От центра отъеду. Прикольно тем, что он идет по такой вот пешеходной зоне, то есть рельсы одни и такая аллея темная, там пешеходная дорожка рядом, никаких машин вокруг. Видишь, прям реально как на поезде через лес, только рядом еще люди прогуливаются. Прикольно сделано. Доехал я почти до конечной, на одну остановку до конечной не доехал, от центра города отъехал на трамвае.
Я дошел до улицы Кутузова, где, как читал, много немецких особняков сохранилось. Но сейчас уже как-то темнеет и почти ни шиша не видно. А впереди еще кирка должна быть. Вот не знаю, видно вам что-нибудь или нет. Короче, уже без 10:06 и темно, поэтому я по улице Кутузова решил не идти. Все равно там уже ничего не увидим. Поеду сразу к Дому Советов. Теперь уже охранник должен пустить. А за 200 рублей, может, еще и фонарь даст. Я снова сюда приехал. Время 6:00. Там у них пересменка, еще через час подойти сказали, поэтому я решил перекусить немножко, кофе попить. Поднимаюсь. Все опустил, решетку мне открыл. И закрыл за мной. Показал, как идти. Сейчас буду подниматься. Подъем очень долгий. Ночь, заброшенное здание, никого нету. Еще прилично до крыши идти. Блин, сталкер, блин. Такая темнота, темные проемы. Блин, страшно, сука. Кто в сталкера играл, сейчас меня поймет, как будто кровосос сейчас вылезет из-за угла, ё-моё. Это шахты лифта. Когда лестницы заваривали и по ним лазили люди. Но мне сейчас охранник решетку открыл и закрыл за мной. И сказал, чтоб я ему звоночек сделал, он опять откроет. Короче, он меня тут замуровал. Пока не очень высоко поднялся, но с этого уровня тоже вид неплохой. 21 этаж, как-никак. Всякие штуки от лифтов, подъемный механизм. Куда идти-то хрен знает. Сейчас дорогу найду в темноте. Вот он, блин, лаз на крышу. Господа, вот он и Калининград, с высоты самого высокого сброшенного здания города. Не знаю, видно вам что-нибудь или нет. Эту бездну в здании. Теперь я еще и ночной руфер, а не просто путешественник на поездах. Тут стоят сотовые ретрансляторы. Вот остров Канта, отсюда видно. А собор уже погасили. Очень красиво. Юр ТВ, смотри, руфь и путешествуй. Приезжайте в Калининград, товарищи. И заруфьте все сами. Кстати, подорожало 300 рублей теперь вход. Теперь у них тут все строго, теперь не забалуешь. Теперь нужно добраться где-то до 5-го этажа, позвонить охраннику, и он откроет обратно решетку и выпустит меня отсюда. А сейчас я как на зоне. А если будет шухер какой или менты приедут, или кто-то будет меня фоткать и в ментовку отправлять, нужно будет затихариться минут на 10, он сказал. Потом шухер уйдет, он мне опять позвонит, и можно будет спускаться. Эх, блин, не видать ни шиша, лифтовая. Короче, добирайтесь до лифтовой, шкафчики разные, и дальше вверх, и вылазите в то окно. Видите, написано, не бейте стекла, суки, все правильно написано, а то побьют и вид весь испортят. Вот через что приходится проходить сталкерам и мне. Блин, такие рожи страшные на стене, я думал, там стоит кто-то. И вода еще капает все время. Как будто кто-то шагает, крадется. Местечко, конечно, стрёмное и шухерное. Особенно ночью. Какое там, ё-моё. Темные коридоры везде. Черт, ногу сломит. Но я-то не черт, я не сломлю. Выбрался нормально, ничего, никто ментов не вызвал, никто не спалил. Правда, там заминочка вышла, я там полчаса еще около двери сидел, потому что у нас было так, что я звоню охраннику, и он поднимается, меня выпускает. Ну, там же решетка стоит, я же сам не выйду, он открыть должен. Типа я как на зоне там, закрывает за мной дверь, и вот туда выпускает, в это здание, в это царство бетона темного. Вот, а я звоню, у меня ни микрофон, ни динамик вообще не работают без гарнитуры. Гарнитуру я забыл, короче.
И он мне звонит, ничего не слышно, ничего сказать не могу, и я ему звоню. Непонятка, короче, вышла, и он не идет, а я жду, я думал, он догадается подняться-то проверить, что там. Но потом я смс-ину написал, типа, что я уже у двери жду. И где-то через полчаса он тогда пришел, говорит, вот, думал, уже случилось что-то, думал, я там где-то уже помер, где-то уже там сорвался, подумал. А потом еще я выхожу, короче, такой, тут толпа человек 15 стоит, вот это молодежи, короче. И спрашивает его, а нас пустите? А он им уже все, это отворот-поворот. Ну, потому что, я не знаю, понемногу пускают там по одному, по два. Такими толпами нет. Поэтому меня пустили, а их нет. Радостно. Ну, на этом обзор Калининграда закончился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В следующем видео вы увидите, как я поеду в Балтийск. А сейчас я поехал в свой отель отдыхать. И не повторяйте увиденное, не лазите по заброшенным зданиям. Там, сука, опасно, там... Каждый дверной проем, это может быть, дверной проем может быть шахта лифта. Провалишься в бездну и все. Ну, сказывают, что такое бывало. Так что если кто не выходит на связь, он типа там и остался, считайте, помер. Его уже никто и не откроет, пока трупак не найдут. Воблин сел на первый автобус, а он оказался первый троллейбус. А маршруты у них разные. И он уехал немного не туда. Поэтому я здесь вот вовремя прочухал это. Доехал только до Северного вокзала. Сяду уже на первый автобус или на какой-нибудь другой автобус, который довезет меня уже до гостиницы. Вечернюю площадь Победы зато вам сниму. Нет худа без добра. До Балтийска ходит всего один поезд. Именно этот. Балтийский косяк. Нравится. Чувствуется, что на курорт попал. Смотри, путешествуй.